и в Дом Божий, и с осознанием того, что в нашем сердце живет Иисус, но я хотел бы, может, обратиться к той душе, которая не примирилась еще с Богом, которая не усыновлена. Вы знаете, Бог сделал все для вас, все, что мог сделать, даже сверх того. И если в вашем сердце не живет Иисус, вы можете в простоте своего сердца, склонившись там, склонивши свою гордость и тщеславие, в простоте сказать: «Заходи в мое сердце, Бог». Как будто сердце обожгло.
Перед Богом.